Рабочий визит в Кировский район губернатор Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина начинают с посещения легендарного Самарского металлургического завода. Это крупнейшее предприятие по производству алюминиевых полуфабрикатов для авиационной, космической, судостроительной и автомобильной промышленности. Модернизация кузнечного производства, которое в этом году отмечает 60-летие со дня создания на заводе, позволила изготавливать уникальные титановые штамповки, создать более 100 рабочих мест. После осмотра цеха прошло совещание с руководством предприятия и ветеранами. Обсудили благоустройство бульвара на проспекте Металлургов и установку памятника легендарному Павлу Мочалову. С инициативой увековечить его память выступили ветераны. И самое главное, что он заложил завод, заложил Сосскую быт 5-10. А самое главное, что он заложил возможность все совершенствовать. Та инициатива, которая выдвинута по установке памятника Мочалову, она, конечно, тоже крайне важна. Я уверен, что мы с этой задачей справимся. Новый памятник появится на площади перед Домом культуры «Металлург». Собственник здания обещает обновить фасад уже к 1 сентября. Отдельная тема – рынок по соседству. Его планируют убрать в следующем году, как только закончится договор аренды. Хотим расторгнуть договор. И как? Что дальше по этой территории? Ну, еще пока не. Давайте с районными властями пообсуждайте. Понимаю, что все это надо на что-то содержать. Понимаю. Дайте предложение, да, чтобы это было и достойно с точки зрения этой территории, но в то же время вы какой-то доход имели. Дайте предложение. Новый облик обретает и бульвар Металлургов. Это территория победителей рейтингового голосования, которые проводили по программе формирования комфортной городской среды. За ремонт этой территории проголосовали 15 тысяч самарцев. При этом жители выступили за сохранение концепции бульвара. Сейчас здесь меняют асфальтовое покрытие, укладывают плитку и газоны, меняют освещение, устанавливают новые лавочки и урны. Жители уже замечают положительные изменения. Бульвар Мочалова, он должен быть бульваром. А не просто там вот киоск наставить здесь. Сейчас, смотрите, такие скамейки ставят, плитку выложили. Мы довольны. Да все, вот все абсолютно приходим и смотрим. Территорию уже расчистили от незаконных объектов потребительского рынка. Также подрядчик приводит в порядок фасады зданий. Первые этажи мы максимально приведем в порядок. Есть договоренность с юридическими лицами, с владельцами, которые располагаются у нас на первых этажах, что они приведут, покрасят, приведут в нормальное состояние свои фасады. По капитальному ремонту всех фасадов будем обсуждать с фондом капитального ремонта, насколько это возможно заложить на следующий год. Полностью завершить ремонт бульвара должны к 1 сентября. Установка памятника намечена на начало ноября. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров. События.